22 мая 2021 года, город Кибули, Грузия. 8:30 утра, мы снова на рыбалке. Будем пытаться ловить рыбу. Правда, сегодня перемена погоды. После обеда дождь. Перемена на западный ветер. Ну, посмотрим, что получится. Ну, пока все отлично. Ветерок небольшой. Облака идут низко. Ну, будем ловить. Ну что, сегодня клюет слабо, но зато один попался вот такой. Красавчик. Будем ловить дальше. Ну вот результаты сегодняшней рыбалки. Вчера тоже ходил рыбачить, но ничего не поймал, потому что рыба сходила с крючка. Поменял тактику, заменил крючок на более мелкий. Загнул жало в сторону. И результат уже совсем не тот. Все гораздо лучше. Немного о том, как я ем рыбу и готовлю. Рыбу я варю с чешуей. Ну, кишки, конечно, вытаскиваю. Но чешую оставляю. Почему? Потому что рыбу нужно варить не менее 20 минут, чтобы там убить всяких паразитов. Если варить вот такую мелочь 20 минут, то она вся разваливается. Вот. А если она в чешуе, то она очень хорошо сохраняет свою форму. И потом эту чешую вместе с кожей можно просто снять вилочкой. И спокойно есть мясо. Уху я не варю, бульон выливаю. Не хочу вот эти все супы рыбные. Просто ем рыбу. Так очистили. Можно есть. С другой стороны, вот, казалось бы, мелкая рыба, что-то в ней есть. Но у нее есть хорошее преимущество. Мелкой рыбы, рыбе практически кости не ощущаются. Это карась. Карасе, вы знаете, много костей. Вот в мелочи, вот в этой. Ну, кости только на ребрах. Поэтому ее вполне можно есть. Вот ребра вытащил, мясо съел. В общем, такая удобная технология. Мне нравится. Может, кому-то понравится тоже. Поэтому мелочь я беру, потому что в ней нет костей. Но с крупной надо повозиться, чтобы кости все вытащить, чтобы не подавиться. Ну, готово.